заходим на эту китайскую улицу. Все очень колоритно. Здесь столовые. Да, в основном столовые. Она длинная и упирается в храм какой-то. В основном столовые. И тут у нас везде столовые. Вон здесь. Пойдем туда смотреть. Продаются украшения из таких вот орехов. Вот они их сначала шелушат, потом проделают в них дырки. И получается вот такая вот штучка на руку. Это действующий храм. А вот так они делают паоцзы и дзяоцзы. Да. Вот в таких вот деревянных штучках. Я так понимаю, на пару это делается. Такая вот обычная столовая на улице. Столики. Тут же столовая, магазин. Люди сидят. О, здесь они. Принесли нам уже готовые пельмени. Смотрите, какая прелесть. Дымятся. Смотрите, ресторан морепродуктов. Все живое. Смотрите, он даже камбала. Омар. Чего только нет, каких только видов нет. Раки. Там вон рыбы какие-то. Осетр. Все живое. Здесь покупаешь, тут же взвешиваешь, и тут же тебе готовят. Вот песчанка. Смотрите, какие рыбки. Ой, какие черви, посмотрите. Господи, а вот это медведка, медведка. Медведки. Вкусные медведки. Осьминоги. Какие-то большие ракушки. И креветка вот тигровая. Thank you.
Смотрите, какая перламутровая машина. Свет обалдеть.